Добрый день, я Кононенко Максим, и сегодня я хотел поделиться одним интересным экспериментом, проведенным французской компанией «Костик», где визуализируются работы гидрострелки и байпаса. Гидравлические разделители байпаса помогают улучшить работу системы. Они просты в исполнении, и их использование часто встречается в котельных. Но иногда возникают проблемы с эксплуатацией установок. Эти проблемы часто связаны с некачественной сборкой, а также с непониманием проходящих процессов. В лаборатории «Костик» был собран испытательный стенд. Гидравлический разделитель и байпас выполнены из стекла, установлен на панель, где проходят стендовые испытания. Этот стенд имитирует классическую систему. Подогрев воды. Вода нагревается до температуры выше 50 градусов Цельсия. Набор клапанов позволяет регулировать потоки первичного и вторичного контуров. Вода имеет специальные окрашивающие добавки. Нагреваясь выше 50 градусов, она окрашивается в синий цвет. Этот трюк позволяет визуализировать проходящие термодинамические процессы. Две функции гидравлических стрелок и байпасов – выполнить подмес и гидравлическая развязка контуров. Напомним, что один и тот же элемент может играть две роли – для создания смеси и для гидравлического разделения. Работа гидроразделителя зависит от расходов первичного и вторичного потоков. Прежде всего, давайте изучим первый пример работы – гидравлическое разделение потоков. Возьмем для этого гидроразделитель соответствующего размера. Он подключается к греющему контуру слева, контуру радиатора справа. Горячая вода поступает по трубе, расположенной в левой верхней части. Остывшая вода из радиатора возвращается в патрубок справа снизу. Греемый радиаторный контур работает с той же температурой, которую дает нагревательный прибор. Гидравлическая стрелка представляет точку нейтрального давления. Часть подогретой воды пойдет в нижнюю часть гидроразделителя. Расход в первичном контуре должен быть выше, чем во вторичном. Это распределение хорошо видно. Горячая вода синего цвета поступает во вторичный контур. Хорошо видны также слои холодной и горячей воды в нижней части гидрострелки. Мы визуализировали работу с гидравлическим разделением. Теперь убедимся, что обычный байпас может выполнить ту же роль. Он подключается так же, как и гидрострелка. Как и в первом случае, если расход первичного контура больше расхода вторичного контура, часть горячей воды пройдет через байпас. Как и гидрострелка, байпас уравнивает давление и может выступать в качестве гидравлического разделителя потоков. Они также могут выполнять функцию смешивания. Для наглядности этого свойства также рассмотрим работу байпаса. Патруба, где будет происходить смешение, теперь находится в правом верхнем углу. Цель смешения – снизить начальную температуру подачи греющего контура до уровня температуры, требуемой на вторичный контур. Например, требуется подключить котел, который греет воду до 80 градусов Цельсия, к системе теплого пола, работающего при температуре 45 градусов Цельсия. Для этого необходимо вернуть часть потока из обратки в подачу. Этот поток смешивается с потоком горячей воды из нагревателя. Поток теперь поднимается вверх в байпасе. Расход первичного контура должен быть на этот раз ниже вторичного. Давайте посмотрим на изображение.
Гидравлическая стрелка, как и байпас, может играть роль смесителя. Просто соблюдайте распределение расходов. Для осуществления подмеса расход в первичном контуре должен быть ниже, чем во вторичном. Разделение слоев локализуется в начале распространения верхней части гидрострелки. Здесь хорошо виден процесс смешения горячей воды из первичного контура и обратно из вторичного. В патрубке видны слои воды с разной температурой. Смешивание потоков воды будет происходить в трубопроводе. В результате, обратите внимание на температуру воды в точке смешивания. Она не будет представлять среднюю температуру воды. Как мы только что увидели, гидрострелка и байпас могут смешивать и разделять потоки. Именно управление расходами на первичном и вторичном контурах позволяет получить ту или иную ситуацию. Возьмите гидрострелку и установите расход первичного контура ниже вторичного. Подмес будет происходить на подаче вторичного контура. Увеличите расход первичного контура, чтобы он стал выше вторичного, и смещение границ слоев горячей и холодной воды пойдет вниз. Поток гидрострелки изменился. Преимущество гидрострелки – шлам улавливания и дегазация. Какая разница между гидрострелкой и байпасом? Гидрострелка может отводить шламы системы и обезвоздушивать водяной контур. Для этого диаметр, выбранный для стрелки, обычно в 3 раза больше диаметра подводящих патрубков. Такой размер приводит к падению до очень низких скоростей потоков в гидрострелке. Небольшие скорости позволяют твердым частицам в воде оседать на дне гидрострелки. Она служит также в качестве шламоуловителя. По той же причине пузырьки воздуха легко поднимаются вверх, где гидрострелка оснащена автоматическим воздухоотводчиком. Правила установки гидрострелки и байпаса. Вертикальный монтаж. Сверху подача горячей воды, снизу обратной холодной. При установке гидрострелки или байпаса рекомендуется следовать нескольким простым правилам. Располагать их вертикально, подключать патрубки горячей воды сверху, а холодной снизу. Соблюдение этих условий позволит избежать проблем с паразитными потоками. Мы специально не соблюдали эти условия. Давайте покажем, каким последствиям это может привести. Не располагайте горизонтально. Вот гидравлическая стрелка расположена горизонтально. Подача горячей воды первичного контура через нижнюю левую трубку, обратная холодная вторичного контура через верхнюю правую трубку. Такая установка порождает паразитную циркуляцию. Налицо отсутствие ровной границы холодного и горячего слоев воды. Таким образом, гидрострелка или байпас должны быть расположены вертикально. Но будьте осторожны, этого недостаточно. Вот у гидрострелки, у которой левый верхний патрубок, подача горячей воды, а правый верхний – обратка вторичного контура. Нарушено правило «вверх горячая вода, низ холодная». Обратите внимание на последствия. Синий краситель распространяется по всему объему гидравлического разделителя. Нет четких границ слоев, температура на входе в контур потребителя не контролируется. Соблюдайте правила «горячая вода сверху, холодная снизу». Другие конфигурации гидрострелки и байпаса. Пример гидрострелки и байпаса оригинального дизайна. Давайте посмотрим на их преимущества, которыми нельзя пренебрегать.
Эта гидравлическая стрелка имеет патрубки, расположенные без смещения. Она проще в производстве, а ее работа не сильно отличается от предыдущего примера. Тем не менее, смещенные трубки снижают разброс потоков вне трубы и минимизируют турбулентность. Шламовое деление и дегазация улучшаются. Эта схема имеет U-образный байпас. Его конфигурация имеет главное преимущество, заключающееся в том, что допускаются независимые подключения труб. Благодаря такому байпасу допускается расположение холодного трубопровода сверху, а горячего снизу. Для визуализации процессов в данной схеме подача горячей воды осуществляется через левый нижний патрубок, а обратка холодной воды в правом верхнем углу. Распределение потоков таково, что байпас работает как разделитель. Поток горячей воды в системе отопления вторичного контура не нарушается. Температура потока байпаса равна температуре горячей воды с греющего контура. U-образный байпас применяется, когда нет возможности расположить патрубок горячей воды вверху, а холодной внизу. Таким образом, он представляет интерес для контуров, которые работают попеременно в режиме нагрева и охлаждения. На этом все. Оставайтесь с нами.